Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня в Angry Birds Space мы с вами будем проходить эпизод Cosmic Crystals. Давно пишут в комментариях, когда будет Angry Birds Space уже наконец-то. И вот сегодня он и будет. Боже мой, что это за свинья такая, ё-моё. Страшно на такое даже смотреть. Ну, короче, давайте проходить. Редко я по Angry Birds видео снимаю, потому что мне немного лень. Выпуски по Angry Birds все время долгие. Больше часа даже бывают. И поэтому и лень их делать, собственно говоря. Надо чуть-чуть громче сделать, что-то как-то тиховато. На 1% больше. Такая вот планетка у нас. А, это не рушится? Интересно. Я помню тот день, когда вышло обновление с этой планеткой на андроиде еще. Ой, а зачем я это освободил? Уже не нужно. И помню, что тогда вернулась старая тема. Мелодия, я имею в виду, в меню. До этого была мелодия, которая с Big Dipper эпизода появилась в меню. Как она там правильно называется, я уже забыл, если честно. Вот, к сожалению, я не могу сейчас, поскольку у меня телефон камера записывает, я не могу посмотреть, на каких уровнях золотые яйца тут находятся, поэтому нам придется самим их искать. Будем каждый уровень вот так вот разглядывать, надеясь на то, что найдем что-нибудь. Пока что довольно-таки легко все идет. Ничего себе, разрушилось все как. Так, теперь немного туда. Мимо, ну ладно. Все равно уровень пройдем. А, мы же должны уровни раскрывать до конца. Я что-то забыл. Уж в каком-нибудь из них по-любому золотое стероидное яйцо будет. Но это пока только 8 уровень. На этих уровнях мы пока, я думаю, не встретим яйца на более первых. Так, дальше смотрим. Вот я говорю, с этим обновлением вернулась старая тема, музыка в меню Angry Birds Space. Однако уже в следующем обновлении, когда вышел эпизод Big Impact, как-то так он, по-моему, называется, там уже вообще другая тема, там уже новая, другая тема стала играть. Как по мне, эта тема абсолютно унылая, новая. Старая вот эта, которая сейчас у меня стоит, она лучше. Напоминаю, что вот у меня в меню сейчас стоит старая стандартная
мелодия, но тем не менее эпизоды Big Impact у меня есть. Я просто поменял мелодию в файлах игры. Это возможно сделать. На Android версии, кстати, тоже это возможно сделать, но надо скачать такую программу, как APK Editor, например. Может быть, как-нибудь покажу, как я у себя это делал. Мне их не достанет. Как я у себя в смартфоне это делал. У меня там тоже оригинальная мелодия стоит. Потому что та, которая... Вот, как я уже сказал, она просто унылая. Просто унылая. Вообще не та невнятная музыка. О, отличный удар. Да как же он не сдох? Давай, отлично. О, даже это сломаться может. Видимо, только от взрыва бомба. О, а вот и первое экстероидное яйцо. Давайте-ка его достанем. Не знаю, получится ли у нас это с легкостью сделать или не получится, но давайте попробуем. И экстероиды часто не так просто достать. Давайте вот так попробуем. Не получилось. Но вот этим уж точно получится. Давай! О, боже мой, пинбол. Отсылка на пинбол. Но я хочу, чтобы она долетела и до самой верхней тоже. Давайте попробуем до верхней. На, все-таки она как-то же должна долететь. Только вот так может быть. Ну, наоборот, перелет получился. Но давайте все равно посмотрим, что будет. Да, только в отличие от пинбола, вот эти дощечки, они сами двигаются. Правда, высоко нифига не подкидывают. О, вот так вот и надо было. Сразу. Ну как так-то, ё-моё. А давайте несколько сразу запустим, чтобы они все крушили тут подряд, и каждую из птичек по разным траекториям запустим. Что ж, это было правильное решение. Уровень прошли. И даже на 3 звезды. Как ни странно. Это был только 11 уровень, значит, по-любому хотя бы еще одно экстероидное яйцо будет. Будем по-прежнему проверять уровни один за другим. Ну там веревка какая-то, может быть, надо взорвать эту хероту. Наверное, если взорвать шар, то взорвутся все динамиты. О, веревка сработала каким-то образом, я не знаю каким образом, но она сработала. Эй, как же так-то, ё-моё, проклятый осколок. А, я понял, как она срабатывает. Видимо, лапочку надо сломать. Лампочку сломать у нас не получилось. Так, вот я не смогу запустить, она врежется в эту хренотень, и пипец будет. Я же говорю.
кусок говна помешал. Давайте попробуем лампочку в ту стрельнуть. Эх, не попали. Ну, сейчас, наверное, попадем. Да, я так и думал, она уничтожается от лампочки. От этой. Вот так вот. Кругом жирные свиньи. Очень много жирных свиней. Вот так цепная реакция сработала. Это было просто супер, я считаю. Даже игра с этим согласна, поставив 3 звезды. Ну взрывайся, ё-моё. Что ж, неплохо идем, так сказать, по гроссмейстерскому графику. Отлично. Здесь опять ракеты какие-то непонятные. Жалко, свинья оторвалась. Но хотелось бы, чтобы не оторвалась. Вот так. Во, вот так вот нам надо. О, еще цепная реакция. Отлично. Вот эта планета, жаль, не бомбанула. Кристаллическая планетка, жаль, не бомбанула. Даже сейчас не бомбанула. Надо было камушек бросать. Вот так тоже неплохо. Но тот, где вот 3 звезды было, это вообще про... Это было просто супер вообще. Ну, я не хотел. Не совсем так хотел, если честно. Я его хотел вот так. Да, планетка бы бомбанула, если бы не птички эти валяющиеся, блин. Вот так. Ой, блин, зачем я это сделал? Так вот. Какой уровень? Уже 17 уровень, а мы всего 13 минут потратили. Отличный. Довольно-таки налегке этот эпизод у нас пока идет. Уровней здесь так же, как и в предыдущих эпизодах. Всего 30. Что у нас здесь? Нет, экстероидных яиц нет. Это просто золотые кристаллики и не более. Вот это да! Ни хрена себе! Вообще. Неожиданно, знаете? Такой взрыв. Я что-то не ожидал. Такого прям мощного взрыва сейчас. Теперь надо бомбануть эту планетку последнюю. Если она взорвется, будет эпично. Во, отлично. Просто супер. Просто супер это было сейчас. Игра, правда, не поставила 3 звезды, но тем не менее. 2 тоже неплохо.
Как бы тут лучше стрельнуть, я не знаю. Смотрим дальше. Опять яиц нету. И я так понимаю, если стрельнуть в эту дыру, будет просто супер опять. А, нет, не будет. Просто динамит бомбанул и все. Так. И не туда. Короче, надо динамит направить. Надо рассчитать, чтобы динамит улетел туда, куда я хочу. Ну, почти. Неплохо, но немножко лишнее. Так, маловато. Во, отлично, отличный удар. Вот это было удачно. И со вторым было бы неплохо еще бы так же сделать. Ну-ка, давайте попробуем. Эх, маловато. Но тем не менее, давайте попробуем добить их все равно. Не будем ждать, давайте сразу вот так вот сделаем, добьем. Ну и все. Смотрим дальше. Яиц опять нету. Да, что-то толку от этой птицы сейчас мало было. О, сейчас уже получше. Вот в лампочку вот в эту, видимо, неплохо попал. О! Хорош. Так, стероидов нет. Это у нас 23 уровень. Не так много уже осталось. И мы всего 18 минут потратили. Пока что. Ну, что-то не очень пока выходит, если честно. И от динамита от этого толку нифига. Так как-нибудь. Не, все равно перелет. И все равно стоит. А, нет, падет. Осталось только с этими вот расправиться и все. Кран пусть поднимется сначала. Так.
неудачно стрельнул, но тем не менее, так хорошо, что все равно попали. Проверяем, экстероидов нет. Три звезды. Да еб... Немножко не туда я хотел. Нам надо вот сюда. Чтоб бомбанула планетка эта вся. А, блин. Лампочку надо ту как-то рассвинячить, короче говоря. И... Надо, давайте попробуем с той высоты это сделать. Отлично. Так, теперь вот сюда. Блин, промазал. И последнего добьем сейчас легко. Двадцать восьмой уровень. Ну неужели ни одного экстероида больше нет? Единственный вариант это то, что на следующем уровне еще может быть. Да, потому что следующий уровень это последний основной уровень. Там на 30-м уже босс будет. На боссах никогда не бывает экстероидов. Может быть я на каком-то уровне проглядел, конечно, но вроде бы я смотрел везде нормально. А, блин, не очень удачно получилось, но тем не менее. Это потяжелее уже немного оказалось. Да блин. По той же траектории надо стрельнуть. Блин! Так и знал, что сейчас так будет. Если тут не будет экстероида, то надо будет в интернет заглянуть, потому что мне кажется, я где-то пропустил один.
Так. Я немножко подзабыл, как этого босса проходить. А, я так... Я вроде, кажется, догадываюсь. Он лучом своим собирает из этих порталов кристаллы. И если камушек он себя засет, то это будет ему на вред. Блин. Так, давайте заново. Что-то не очень-то это нам помогло. Блин, ну как так-то? Блин, вылезла из портала. Впрочем, оно присосать может его и вне портала, вот так. Бомбу запустим туда же, может это взорвет корабль или что это такое, я не знаю. Не, экстероиды, конечно, бывают на боссах, но взять их нельзя. Это не те экстероиды, за которые мы бонус получаем. Вот так вот мы за 27 минут прошли этот эпизод. Это было очень легко, но мне кажется, я где-нибудь пропустил экстероид еще один. Может быть, и не пропустил. Ну, короче, давайте я поставлю на паузу, загляну в интернет. Чик-чик. Короче, ребята, я проверил, и нигде я не ошибся. Это был финальный экстероид, и больше не было. Не знаю, вот это как это. Вот это что такое? Это, наверное, может быть, Биком Пакте надо будет найти. Но, в общем, я ничего не проглядел, никаких экстероидов. Экстероид был только один, больше не было. И это был финальный экстероид, причем. Больше их не будет. Ну, короче, Биком Пакт в следующей серии нас ждет. Видимо, только часть 1, потому что для второй надо пройти все на 3 звезды. Пройти первую часть на 3 звезды. Это будет непросто. Может быть, я это сделаю. Но обещать пока не могу. Но надеюсь, что сделаю. На сегодня все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на стримский канал, Супадиру ВКонтакте. И всем пока.